Слышь, отца, может, станешь? Это еще почему? Может, потому что я отец? Может, вы не будете при своем ребенке курить? Вообще-то я отец. Не хочу там парю. Вообще-то это моя вода. Вообще-то я отец. И мой ребенок хочет пить. Окей? Окей. Тает глава в семье. Кто здесь папа, кто здесь отец? Эцук Шанель, Эцук Кагуч. Блин, офигенный цвет. Куча всех этих сучек. Я не поняла, а что это у тебя на губах такое? А? Это что за цвет? Что за помада? Мам. Ты что, проститутка? Так ты нам с папой так сразу и скажи. Мама, папа, не хочу учиться. Мам, ты серьезно? И цвет ты еще какой страшный выбрала, а? Как у мертвяка. Тьфу! Это модно, модно. Так, если ты немедленно не сможешь эту грязь с губ, ты у меня неделю из дома не выйдешь. Ладно, ладно, я сейчас ее смою, смою, если тебе так станет легче, мама. Ой, в наше время такого не было. Вот так лучше? О, хоть на человека стало похоже. Вот вырасту, уеду и буду жить одна, и никто меня не будет учить, как краситься и одеваться. Ишь, какая мода стала интересная, а? Жалко, в наше время таких не было, я, может, и замуж бы удачно не вышла. Ой. Нет, ну, вообще, я жду принца. Меня нужно добиваться. Мужчина должен... Должен. Меня мама не для нищебродов растила. Нет квартиры, нет машины, нет хорошей работы, нет меня. Но, это моя жизненная кредо. Кому что-то не нравится, можно выйти из поля моего зрения. Ой, да кому они вообще нужны, эти мужики? Я свободная и независимая женщина. Кушайте, кушайте мои крошки. Ребятушки, всем привет. Привет. Блин, это даже не верится, мы едем в Питер на машине такой большой компании. Класс, поехали. Блин, ребят, что-то жарко. А откройте окно, пожалуйста. Блин, холодно. Закройте уже окно. Слушайте, а что так тихо едем? Может, музыку какую-нибудь включим? А? Давайте другую. Мне это тоже не нравится. А давайте мою песню включим. Под песню «Синий иней» она так чувствует себя богиней. А долго еще ехать? Еще 3 часа. И на чем мы так медленно едем? Может, мы не будем ехать так быстро? А я пить хочу. А я есть хочу. Я туалет хочу. Скучно. Тесно. Неудобно, я всю жопу отсидела уже. Блин, кто вообще придумал ехать в Питер на машине? Лучше бы по самолетам поехали. Чё? Да? Поднимайся на 15 этаж. Я жду тебя. Здравствуйте, Ван Дес. Ставка. Спасибо. Не за что. Вот такая песня. Слушай, ну супер вообще, я не думала, что так классно поешь. Офигенная песня. О, девчонки, сейчас, смотрите.
Вот сделала себе фотосессию, как вам? Такая ты фотогеничная, правда? Фотки бомба! А вот человек спросит, блин, я ж печенье купила, сейчас принесу, подождите. Ужас, господи, посмотри, это же кошмар какой-то. Девчонки, печенье угощайтесь. Слушайте, я же себе платье купила. Какой у тебя вкус, оно бомбическое. Померяй срочно. Вкус мой, что он это за отстой? Ни вкуса, ни фантазии. Тебе не идет это платье. Зачем говоришь такие вещи? Так ты только что сама это говорила. Я? Да ты просто мне завидуешь. Да. Такая ты, Карина, конечно, лицемерная. Да пошли вы! Вот стерва. Голос у нее совсем не нет. Песни отстой. Подожди, я же у себя дома. Так, на борщ надо не забыть купить мясо, картофана, морковки. Свекла вроде есть. Божечки, Егорчик, родной, миленький, солнышко, пупсичек, зайка, только не Дашу. Ты же скажи, а ты в холостяке за кого больше болеешь, за Вику или за Дашу? В смысле, ты не смотришь холостяк? Ведьма. Фу, эта Даша даже некрасивая. Вот Вика красивая, а Даша некрасивая. Ну еще я красивая, а Даша некрасивая. Егор, вот сейчас серьезно, кроме шуток, ты должен выбрать Вику. А если ты не выберешь Вику, я отпишусь от тебя в Инстаграме. Я перестану тебя лайкать и перестану слушать твои песни. Ну сразу понятно, что победительница это Даша. Она же такая искренняя, такая настоящая. А как она мило заикается. А внимание, спойлер! В шоу «Холостяк» в финале Егор Крид выбрал Дарью Клюкину. Можете не смотреть дальше это говно. Твари! Ну зачем так делать? Я же этого шоу неделю, неделю ждала! Да! Цук Шанель, это цук Кагуч. Антон? А? Мне надо уходить, не забудь пропылесосить, пожалуйста. Мне сейчас тоже надо уходить. Слушай, я купила новый робот-пылесос. Там надо только на кнопку нажать, и он сам за тебя все пропылесосит. А, ну на кнопку так на кнопку. Тут кнопки нет. Тут тоже нет. Да где же у него кнопка? Давай, ты рожден, чтобы найти кнопку. Ищи кнопку, давай. Ищи кнопку, где кнопка? Бесполезная собака. Сим-сим, включись. Рахатуком, пивиди-бабиди, бум. Я вернулась. Робот-партизан, говори, где твоя кнопка. Иначе я тебя, ай-зай-зай, выкину в окно. Антон, а что здесь происходит? Этот робот-пылесос не хочет говорить, где его кнопка. Идиот! Какой кошмар! Боже, куда катится наш мир? Остановите землю, я сойду просто. Да как можно на 9-м месяце беременности такие мерзкие пляски устраивать? Мать, женщина, ты же святой, она же графин. Ой, сосуд. А это что? Звезда она тоже мне. Ой, простите, простите, суперзвезда. Да я тоже так, знаете ли, могу накладной живот приклеить и плясать вот это вот жопой кверху. Ща. Пожалуйста, музыка. Все люди как люди, а я суперзвезда. Что ты ржешь? Да ничего. Ты что, там смешная что-то? Нет. Покажи. Нет. Ну пожалуйста. Нет. Да покажи! Нет! Покажи! Нет! Покажи! Нет! Закрой дверь! Покажи! Покажи! Блин, ну у меня же курица в духовке! Сука! Кайф! Я пришел мириться. Отошел! Кайф! Я с винишком пришел. Подошел. Винишко вместо тысячи слов.